Авторадио Магадан, 103 FM. Пару слов про шествие, которое будет, потому что, ну, как бы, приглашаются абсолютно все желающие. Абсолютно все желающие. Конечно, карнавализация будет. Есть некое ядро такое, да, которое сформирует настроение, праздник, будет концертные номера внутри прямо всего этого шествия. Поэтому ждем 29-го сбор на площади космонавтов на торговом нашем центре. Вот, приедут сюда ансамбль песни и пляски «Нацгвардия» с большой программой. Они будут участвовать в шествии. К нам приезжают сюда наши побратимы большими делегациями. Два города китайских, Тунхуа и Шуань-Юшань. Приезжают барановичи сюда. Ждем чуть позже Евпаторию, ждем чуть позже Нижний Тагил у нас в этом самом в договоре о сотрудничестве. Вот, гостей будет много. Но я хочу, Магадан, одевайтесь, шутите, веселитесь. Будет вам баян, будет вам духовой оркестр, будет вам гитара, будет вам мой поющий заместитель Юрий Михайлович Казетов. Вот, поэтому ждем вас. Мы, кстати говоря, к этому празднику вот уже во вторник получаем замечательный диск, который сделан к празднику. Не вошла эта песня, которую мы в начале эфира, потому что для меня это сегодня откровение. Я включил, ехал на работу радио, эта песня прозвучала. Замечательная песня. Но там очень много, порядка 20 песен, которые спели магаданцы Магадану. Там есть и Антон Беляев, по-моему, с музыкальной композицией из фильма «Лед». Uh-huh. Да, есть там и Сурганова, и Арбенина, много интересных магаданских авторов. Юрий Федорович, еще один такой вопрос. Ну а если прям очень-очень хочется принять участие в шествии, ну нет какого-нибудь, не знаю, костюма, что-то тогда такое? Мы вам дадим флажок. Да. Флажок дадим, значок вам дадим, ленточку. Мы сделали много ленточек юбилейных. Поэтому ничего, просто придите в хорошем настроении, этого тоже будет достаточно. И еще скажите, пожалуйста, то, что сбор на торговом, понятно, время во сколько сбор? Следите за нашими сайтами и звездами, которые уже стоят вот на привычных местах. Программа там написана. Авторадио Магадан, 103 FM.